Самый высокий в Тюмени многоквартирник 32 этажа появится к 2025 году в ЖК «Звездный городок». Сегодня глава города Руслан Кухарук побывал на стройплощадке, осмотрел и весь комплекс. Так, на МСУ совсем недавно открылся новый торговый центр. Он соединил между собой многоквартирный дом и ТРЦ «Сити Молл». Подобного решения в Тюмени нигде нет. Крытый переход протяженностью 145 метров позволит жителям ЖК, не выходя на улицу, попасть в магазины, спортзал и накрытую парковку. Предусмотрен и промежуточный спуск к остановке общественного транспорта. Изначально, когда этот проект находился в стадии проектирования, мы отработали с проектировщиками, застройщиками так, чтобы здесь были включены и объекты транспортной инфраструктуры. И сегодня мы видим, как комфортный остановочный комплекс был непосредственно вписан в среду. Это создаст, конечно, комфортные условия и для пассажиров, и для работников транспорта. И это еще один объект, который у нас будет оснащен тем пониманием, которое относится к умным остановочным комплексам.